Всем привет, меня зовут Раиль Арсланов, автор канала «Хижина Музыкант». Очень долгое время меня просили разобрать песню Агаты Кристи «Как на войне», потому что я ее исполнил в армии, сыграл в стиле фингерстайл со вступлением и потом уже спел как следует. Поэтому готовьтесь, сегодня разучим, покажу абсолютно все, как я играл эту песню. Погнали! Песня начинается с легендарного вступления. Как же его сыграть, сейчас покажу. Так как у нас экспресс-разбор, писать табы не буду, поэтому внимательно смотрите, куда я нажимаю. На основе четырех аккордов строится вступление. Аккорд АМ, аккорд G, аккорд C и аккорд E. Погнали, берем аккорд АМ, дергаем басовую струну, пятую, потом третью струну и первую. После некой паузы на басовой струне. Потом вторую дергаем. Открываем вторую струну. И берем аккорд G, басовую струну. И еще раз. Берем шестую струну, басовую. Дальше дергаем третью струну, открытую, да? Потом мизинцем сжимаем третий лад и первый лад первой струны. То есть басовая, третья, первая, первая. Открываем первую. Соединим. После открытой высокой ноты мы всегда берем бас. Запомните это. То есть после си берем соль, после первой открытой аккорд С. Далее идет аккорд С, сжимаем только басовые струны, то есть пятую и четвертую струну на третьем и втором ладу соответственно. То есть дергаем пятую и четвертую, далее мизинцем сжимаем третий лад второй струны и указательным первый лад второй струны. Как вот здесь, когда та же история была с аккордом G на первой струне. То есть играем третий, первый, третий лад. Дернули пятую, четвертую струну и дальше третий, первый, третий лад. Еще раз соединим соль. Дальше открытая вторая струна. Но давайте еще раз сначала соединим. Собственно, по тем же правилам, после второй струны открытой мы сжимаем, дергаем, точнее, шестую струну. И еще раз попробуем это сыграть. Потом дергаем си, ре, си, ля. Далее, после этого, снова дергаем вторую открытую, зажимая на первом ладу. Снова возвращаемся к ноте ля. То есть сначала. И снова дергаем басовую струну, шестую. И все начинается сначала. Вот только со вторым разом у нас немножко мелодия меняется на последнем аккорде ми. И еще раз сначала медленно. Мы дергаем вместо второй открытой струны первую открытую. Берем аккорд Е. Дергаем шестую, третью, вторую, первую. И потом дергаем одновременно три первые струны, добавляя четвертый лад на первой струне. Вам может показаться, что здесь нереально вот таким вот образом зажать первые три струны. Да, не у всех может растяжка хватить, потому что мы здесь сжимаем от первый по четвертый лад. Все-таки, если у вас не получается достать четвертый лад первой струны мизинцем, вы можете просто
не делая аккорд, сыграть одну ноту. Соль диез. Еще раз, то есть как это выглядит. То есть сыграли аккорд Е и мизинцем четвертый лад. Или, если достаете все первые три струны, и начинается, собственно, первый куплет. Погнали, как играется первый куплет. Аккорд АМ, аккорд G, аккорд С, аккорд Е. Блатным боем играется, то есть удар вниз, хлопок вверх, вверх, хлопок вверх. То есть... А удар вверх я делаю подушечку указательного пальца, а вниз, наоборот, ногтем указательного. Хлопок вверх, вверх, хлопок вверх. Ну, я думаю, уже более опытные люди смотрят этот разбор, потому что, ну, чтобы сыграть эту песню, уже нужны более-менее какие-то базовые навыки. И поете, собственно. Ляг, отдохни и послушай, что я скажу. Я терпел, но сегодня я ухожу. Я сказал, успокойся и рот закрой. Вот и все, до свидания, черт с тобой. Здесь начинается припев. Его я играю для начала вот таким вот боем. То есть удары вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. После удара вниз, вниз, пауза. Вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Или вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Кому удобнее, подушечку указательную вверх, но иногда для мощи мне удобнее ногтем большого пальца. То есть вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Аккорд G вниз, вверх. Вверх, вниз, вверх. С. Работаем. Я на тебе, как на войне, а на войне, как на тебе. Но я устал, окончен бой, беру портфель, иду домой. И вот тут начинается бой. То есть на аккорде Е делаем удар вниз. Еще раз. Я на тебе, как на войне, а на войне, как на тебе. Но я устал, окончен бой, беру портвейн, иду домой. Окончен бой, зачах огонь, и не осталось ничего. А мы живем, а нам с тобою повезло. Далее, собственно, идет снова проигрыш. И начинается второй куплет, и исполняется абсолютно так же. Учитесь, играйте. Если остались вопросы, задавайте в моем телеграме. Арслан_Music. И ждите новых разборов. Всем пока.